Леша, чем увлекаешься? Понятно, конторе. Ну, что тебя привело к конторе? Не собирать же стеллажи? Программировать. То есть тебе нравится программировать, да? В будущем кем хочешь стать? Программистом. А сейчас в каком классе учишься? Девятом. Девятом. Какая процедура, значит, имеется? Вот девятый перешел, и это дополнительное, как считается, занятие? Урок образования наше, Анатолий, оно вычисляется в некоторых дополнительных баллах. То есть они получают сертификаты в окончании. Сколько обучается в конторе? Три года. Три года. С какого, какой возраст? У нас возраст 12 до 18. Ну, рассматриваем вопрос понижения возраста, поскольку потребность очень большая. Но будем с министерством разговаривать. Понятно. И, допустим, ребята, он заканчивает. Что плюс? Какой плюс на уровне федерации, края, значит, решение, что если ребенок закончил конторию, какие примеры есть? Я говорю, получает сертификат об окончании конторию того или иного квантума, да, и при поступлении в вузы этот сертификат имеет дополнительные баллы. Это важно. Да. Сколько баллов? 5 баллов. Интересно, ну, да. Не вы знаете об этом, нет? Хорошо, вы программист, вы... Я? Как? Аэро, да? То есть нравится моделирование, да? Моделирование квадрокоптеры. Сам собирал уже? Да. Сколько уже собрал? Уже 2 года участвовал в соревнованиях в микро. Какие соревнования участвовал? Квадрокоптеры.